Праздник, да? Интернет есть у вас? Возьмите вот, пожалуйста, наши здесь странички, очень видео интересные. Христос воскресит. Возьмите Евангелие. Подарок. Руки заняты. Может, и не заняты. Пользуйтесь. Возьмите вот нашу страничку здесь. Тут видео много. Меня водитель забрал, можно еще? Да вы что, конечно. Спасибо можно. Большое. А интернет ему не нужен еще? А я благодарна, понял, что у нас стоят на двоих. Да, спасибо. Помоги, Господи. Спасибо. Вернуть ему Иисуса Христа. Он радость наша. Христос воскресе. Евангелие, подарок. Помоги, Господи, интернет. Евангелие, подарок. А интернет возьмите, возьмите. Звоните обязательно, если понравится интернет, выходите на нас. Давай еще парочку. Христос воскресе, Евангелие в подарок. Воистину воскресе. Интернет не возьмете? А? Интернет. Помоги, Господи. Мне сейчас все сходится с жизнью. Да, естественно. Ну да. Помоги, Господи. Ага, конечно. До конца добиться. Интересно. На том. Христос воскресе. Подарок Евангелие. Дух пришли. Вечной жизни Христос дорогой. Возьмите Евангелие. Христос воскресе. Возьми страничку нашу. Христос воскресе. Воистину воскресе. Евангелие возьмите в подарок. А это сайт наш. Видео много интересного. Библия начитана, или вообще вот это все начитано. Еще с толкованием. Если захотите спасти вашу личную жизнь, тут все есть. Я верю уже давно. Хорошо. Все. Теперь надо исполнить. Что там надо? А что исполнить? Все исполнить. Там все у нас есть здесь. А вот и в одеянии, и в пище. Вы же постились вот сейчас? Не ели растительного масла? Сегодня? 40 дней. Да нет, сегодня Пасха. Нет, сегодня может полный рост. Я постила, знаете, когда заболела. Ну вот надо поститься. Я пила бутоводу, фрукты. Это ну, вам Господь такой, постучался. Господь по телу постучал. Дорогая моя, доча, пора. Сколько раз постилась? Я вообще никогда не постилась. А вот сейчас будешь поститься. А я не хочу. А вот тебе. И все, и началось. Да он уже, такой, уже он слава, жесткий. Слава отец, Богу. Отец какой у вас? Жесткий? У меня папа отличный. Он во мне такой характер стал. Он меня любил до безумия. Ясно. Много позволял, да? Шоколадный кокардовый. И не только. И с толпой, и пряниками, и с коробками стоял. А нужно было и наказывать еще. Христос воскресе. Он мне кипятилика бывало. О, видите, какой жесткий отец. Вот такой наш Господь. Он любил, любит так безмерно. Мой папа, дело в том, что вот сегодня Пасха. Ага. Он родился в 1949 году на Пасху. Но он живой еще? Нет. Мне ни папа, ни мама. Сама я с другого года. Ну это ничего. Интернет, я вам дал интернет? Да. Брат упал. Интернет он. Ох ты. Интернет он на все случаи жизни, во всех городах, везде пользоваться можно. Чем он хороший? Я приехала сюда случайно. Все оставила в своем городе. Я, можно сказать, тоже сюда случайно попал. Откуда? Я в Красноярске учился, родился здесь. Но потом как-то все крутанулось, и я опять сюда попал. Я родилась на севере. Здесь, в Тюмени? В Тюменске? Нет, здесь, а Любинский район. А-а-а. Это юг. Юг севера. А я вот работал на Колыме, на севере. Я север считаю, что Колыма. Обычно говорят, здесь север. Значит... Христос воскресе, Святой Евангелие бесплатно. А я на Колыме. Там вот север, как север. Ну, правда, вот здесь куда-то, на севере. И чего вы там занимаетесь? Я работал в отеле. Жизни. Евангелие. Подарок Евангелие. Помоги, Господи. Христос воскрес. Веруйте в Иисуса Христа. Вот, смотрите. Раз, два, так, да. И сюда. На правое плечо.
дочки, сына. На правое. На правое. На правое, раз. На правое, не на левое, да, да. Вот у меня и папа также перекрестился. Вы же не католик? Нет. Ну все, называется православие. То есть, справа понимаете? То есть, значит, вот так, а потом справа. Православие, право. А я в церкви. Ну сейчас уже немножко запомнили? Все, запомнили. Помоги, Господи, в церковь еще надо сходить. Я уже был. А у вас интернет есть? Интернетом пользуетесь? Интернет. Вот так не надо. Здесь прям показывают, как молиться правильно. Наберете молиться, там, крестное знамение. Есть. Или креститься. Все, помоги, Господи. Что надо еще, надо за Евангелие сходить? Да, еще. А нельзя это заниматься. А как же? Это называется же биоэнергетика. Это без... Нет. Это не биоэнергетика. Она называется знахарство. Ну, знахарство, да, да, да. Ну, мы... Так как церковь точно, это не точно... погибнет. Нет, нельзя этим заниматься. Ну, а чем можно? Травы там можно заниматься, что-то такое, это так далее. Психологом можно пойти работать. Ну, я хороший психолог. Ну, все, а вот чтобы это в церкви, чтобы благословение кто дал, это вы знаете, нет, все равно, что сказали, батюшка, нет, дайте мне благословение помолиться сатане. Или дайте мне в долг, то есть я пришла первый раз, дайте мне в долг 700 тысяч, я машину хочу. Да нет, это даже у нас нету таких понятий материальных. Все духовное только. Он говорит, батюшка может совет, да. Допустим, в Бирске мне возьмите Евангелие. Давали благословение. Подарок. Подарок. Не-не, ну это, благословение на такое никто не даст. Ни на лечение, ни на знахарство, нет. Чтоб там руками, там что-то там шептать. Ну, вообще не руками, а молитвой. Молитвой, тем более. Христос Христос, Евангелие. Есть, да? Есть. А интернет возьмите. А, это мы получаем в церкви? Ну, помоги, Господи. Христос воскресе, Евангелие. О вечной жизни Христос говорит. Лапкинцы говорят. Правым еще рано заниматься. Когда вырастут, тогда можно. Кто? Правым. Травы? Да, я разбираюсь в травах. Не, ну травы это другой разговор. А чтобы там чем-то молитвы, тем более, какими молитвами? Очень наш. Молитвами месяца в священник. Нет, когда я училась на мазажистку. Христос воскрес, Иван. Мне мой учитель говорит. Подарок куда? Христос воскрес. На массажину, массажем подарок. Христос воскрес, Иван. Ты мне сказал же, ты можешь лечить прикосновение руки. Интернет есть? Журнал, тут видео много очень стоит интересно, православный. У меня день такой, прям хочется даже курс, представляете, походить в курс. Ну, 12 градусов обещают. Возьмите. Почему бы нет? Брат, надо вот это. А можно я вам стих зачитаю? Надо рвать. Читайте. Жизнь каждого есть ошибки. Нужно вовремя их исправлять. Исправить бывает трудно. Водится время деяния. Время, оно быстротечно. Хочется счастья сейчас. Но вот ты подожди меня. Подумай мне в дороге. Подумай, когда не спится. Но или не оно. Счастье, оно как птица. Над головой твоей бьется. И долго ему кружится. Решать тебе одному. Ловить его не стоит. Птица лишь любит простор. Лишь помаши и рукой. Попа летит за тобой. Их называется счастье. Вот батюшка сказал, пиши стихи, дал благословение, перекрестил, все как надо сделать. Вот. А в чем у вас это стихотворение, в чем оно заключается, это счастье? Ну, то есть рассказывается вообще о том, что вот счастье это вот эта птица, белый голубь, счастье, не надо его ловить. А у нас, но оно само прилетит к вам. А у нас знаете, какое стихотворение? Да, бесплатно. У нас знаете, какое? Ой, видите, парочку говорили. А интернет взяли вы у нас? Нет, нет. Возьмите интернет еще тогда. Спасибо. Не надо мне счастья иного. Недолго оно будет длиться. Душа преклоняясь пред Богом. Желает ему молиться, но мне тяжело бывает, и где бы я в жизни не был,
душа моя твердо знает, стремиться мне нужно в небо. Небо, оно не случайно, небо глубокая тайна, но Библии свет перед нами нам открывает ее за облаками. Смотрите, за облаками есть вечное бытие. Вот когда вы дойдете, когда дойдете до этого, я знаю об этом. Вот стихи пишите о ней. Просто о ней. О том, что вы сейчас не поняли. Вам не написать, о душе нужно петь, которая стремится к небу. Через Иисуса Христа, через Бога. Евангелие, подарок. Христос воскрес. Христос воскрес, Евангелие. Правда, Христос воскрес, Евангелие. Христос воскрес. Евангелие. Христос воскрес, Евангелие. Подарок, Евангелие. Подарок? Да, Христос желает, чтобы все спаслись. Вечную жизнь имею, по-моему, его сказал. Возьмите его перед, понимаете, наш, чтобы вообще это концепция. Звоните нам, выходите нам. Христос воскрес, Евангелие не возьмете? Бесплатно, подарок. Вот, возьми. Христос воскрес, Евангелие. Понятно. Понятно. Мы знаем уже. Смотрите, еще я... Христос воскрес, Евангелие. Я еще могу вам рассказать, есть такой поэт был, вернее, Никитин. Слышали про него? Не слышали. И вот он говорит так. Измученный жизни суровой, не раз о себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил, как дышат цветы и звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряет они. Здесь все в чудно-жадной картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Вам нужно прочитать Евангелие, оно вам придаст еще больше сил и, так знаете, глубины в стихи. Да, да. То есть у вас видно, что слог есть, вы понимаете, о чем пишете, сердце предлагаете. Но Господу не нужно человеческое, ему нужно его божественное, Божие. Что? Это вот Слово Божие. Вы же видите, брат вам о Библии прочитал, я пою о Библии, песнопение, которое мы поем. Про вот это христианские песнопения. Вам надо... Да, или водички, или чаю. Евангелие бесплатно, Христос воскрес. И еще. Вот. Родителям дай. Заходите, там у нас для всех. Для детей, для старых, младших, молодых. Православная страничка. Че, брат, закончились? Они уже есть интернет наш? Есть, привет. Че ты? Ой, я тебе говорю, что он нормально ходит. Я вокруг храма хожу, попал туда, они там крестят, скажут, в Пасху. Я говорю, можно Евангелие раздавать здесь? Да. Да ты че? Я только раздавать, они такие, нет, там за оградой. Ну ладно, пошел. Я так вот выхожу, так зверь вот за решетку. Ну хоть так, раньше такого не было. Ты просто в счастливое время попал. Нажмешь желтую кнопку, сзади тоже есть, через это, заднюю не открывай дверь, а через боковые. Бери там. Здравствуйте, где тебе? Здесь в деревне. Прям в деревне. И там они гостят православные. Вопрос, можно? Да.
Давайте мне скажем, что Христовый, а? Лучше. Христовый, давайте. Вот. А то я тоже жил в основном. Как звать? Нет. Я не могу понять, зачем вы это говорите. Просто... Игнатий Тихонович Лапкин, староста нашей общины. И что теперь дальше? Я ничего против не говорю, просто я спрашиваю. Зачем вы говорите лапкинцы? Я, конечно, скажу нет. Я Христов. Как, что я? Почему я лапкин? Вы меня обижаете просто, понимаете? Я не хотел посадить. Ну, я-то не буду обижаться, мне же не надо. Это совершенно верно. Разберите. Видите, вы не хотели просто. Вы специально в конфронтацию входите. Хорошо. А зачем Христос пришел на землю? Как это веровать, не знаю. Что-то вот верует Питер, он знает Питера, политику партии. Ты Христа веруешь, не знаешь его учения. Так, Христос пришел на землю, чтобы уничтожить дела дьявола. Чтобы взял на себя грехи мира, чтобы люди могли жить дальше без греха. Ты должен очень много вообще понять в этой жизни. Мужчины, как женщины, должны себя вести за жизнь, как одеваться, как общаться. Вот Христос был примером у нас. Абсолютно безгрешен, учил людей без корысти. Хотя бы как он приблизится немного. У тебя, брат, визитки есть? Я все раздал. Визит... раздал? Три штуки было. У меня тоже. Гнев Божий. Ни другого имени пойди вам, который бы нам удалось есть у вас еще с толкованием читайте блаженного Феофилакта. Вот я вам дал же интернет. Заходите и набирайте толкование блаженного Феофилакта. И начинайте читать с толкования. Вот толкование еще не читала. Начать... Почитайте, вам будет очень интересно. Вчера было печально грустно, с мамой поругалась. Ругаться нельзя на Благовещение. Вообще нельзя ругаться. Вот из-за мелочи. Ну, бывает, ну как да? говорят, надрал кое-кто, да? Ну, поругались и тут же помирились. Да, вот да, да. Господь как раз к этому призывает. Ага, да нет, у меня через а сатана, он вот тут уходит. Вот. Как лев рыкающий. Ища кого-то. Со слухом не помирились. За Евангелие Господне. Со слухом, а сама переживала, да. Ну, это хорошо, поэтому... Я осталась мне и решила не ругаться сегодня. Вот прям... Давай. Что, мама лежачая здесь? Нет, слава Богу. Понятно, что там. У меня как будто нету родителей. Я вот. Все это тоже знаю. И вчера вот как вот надралась. Ну, закрепляешь себя, читаешь Евангелие. В Евангелии Господа заушали, били его. И уже на кресте висел и говорит, Господи, прости. И дальше, мои хорошие, что я вспомню, лежу, ну, печальная такая, думаю, у меня же Библия лежит, надо Библию взять. Библию взяла и написано, вы печальные, прочитала там. И все, печаль ушла. Печаль ушла. Ну ладно. Помоги Господи. Вам тоже помогай Господи. Все, поехала я. Ребенок ждет. Выходите в интернет обязательно. На занятия, у нас занятия идут. 6 часов вечера. Помоги Господи.
подарок. Христос воскрес, Евангелие в подарок. Евангелие в подарок, крупный шрифт. Христос в вечной жизни. Хорошо, что я 30 лет уже его. Христос воскрес, Евангелие. Христос воскрес, Евангелие в подарок. Христос воскресе, Евангелие. Христос воскресе, Евангелие в подарок. Просто, да? Да, да, подарок. Все, Христос воскресе, Евангелие в подарок. Воистину воскресе. А интернет возьмите наш. Интернет православный. У тебя есть на? Подойди. Возьмите, наш сайт тут православный, форум на ютубе канал, много полезного знаете. Ага. Слушайте, а можно еще одну возьму? А вот, под, вот подойдите. Угу. Евангелие еще? Да, с тобой еще. Помоги, Господи. Спасибо большое. С Богом. Спасибо. Крупный шрифт как раз, если зрение не очень, читается отлично. Спасибо. Евангелие, подарок, Христос воскрес. Возьмите Евангелие. Нет, я... Жаль. А кто из это, молодежи у вас пользуется? Пользуюсь. Вы можете его читать на интернете, чтобы они там на православную страничку вышли? Это православная страничка. Ну, то есть, это электрическая книга. Открывает ее, и там можно листать сколько хочешь. У меня дичок, у него столько этих Евангелий, у него столько много... Так вот и дайте ему, вот пускай ему ходит, да? Подружимся, помоги Господи. Ну, это православный человек. Ну, да, ну, видите, крест. А там написано, там патриарх. Патриарх стоит, спасибо, подпись. Спасибо. Христос воскресе, Евангелие, подарок. Интернетом пользуйтесь. Если я ждам. А молодежь кто? Ваша. Есть у вас молодежь? Ничего. Отдадите им вот это. Это православная страничка. И они будут все это читать и слушать даже еще. Там даже слушается. Просто включаете, там уже начитали. Красивым голосом, с интонацией. Христос воскресе, Евангелие. Подарок, Иван. Христос, Иван, тебе подарок. А интернетом пользуйтесь, возьмите страничку. Помоги, Господи.